Предали не тогда, когда проголосовали за других. Сегодня мой бывший коллега, действующий примар города, говорит о том, что вот он остался, он ушел в другую партию, чтобы спасти город от социалистов, усатый нас предал, бросил город и так далее. Послушайте, меня предал Григоришин не тогда, когда он решил выдвинуться независимым кандидатом. Это его право, и он имеет право, это его личное дело, поменять еще 5 партий за свою жизнь. Меня не предали тогда, когда некоторые советники ушли к ним. Меня предали тогда, когда после того, как нынешний начальник стал примаром, в городе за последние 2 года устроили то, с чем я боролся все годы. Меня предали тогда, когда начали вымогать деньги у бизнесменов, когда начали легализовывать незаконные постройки, когда 4 октября, через 3 дня, увидите, будет аукцион, на котором легализуют все незаконные постройки в городе. Кафе, террасы, все то, что было незаконно, выносит землю на аукцион. И я думаю, мы вместе с вами на этот аукцион пойдем. Не надо привязывать ко мне свои какие-то амбиции. Я понимаю, что в то время, пока я тратил свои деньги, кто-то придумал себе кормушку. Но еще раз, я в этой жизни больше не хочу никогда отвечать за других. Я в 2016 году поддержал Дадона, 4 года меня все хаяли в соцсетях за кульки. В 2020 году выступил против Дадона и сделал это открыто, не по секрету. Мне уже привязали мою санкцию. Запомните, я больше никогда в жизни на любых выборах, неважно какие они будут, национальные или другие выборы, я больше никогда не буду поддерживать во втором туре, потому что я не хочу получать за неудачи одних и других. Я в жизни теперь буду отвечать только за себя и за то, чтобы добиться того, чтобы ваш уровень жизни, уровень жизни граждан во всей стране, вы почувствовали на своем достатке, на тарифах и так далее.